вы идете от станции метро «Геологическая» в сторону площади 5 года, вы можете на секундочку остановиться у концертного входа в детскую филармонию и разглядеть на фронтоне летящего ангела с дудочкой. Это символ детской филармонии, который появился к ее 15-му дню рождения и навсегда поселился в нашем здании. Очень интересно, что изначально у мальчика в руках была совсем не дудочка, а была арфа, была скрипка, и даже он пытался играть на рояле. Но остановились все-таки на дудочке. Авторы этого барельефа, ставшего символом детской филармонии, известные екатеринбургские художники Леонид Салмин и Лариса Левицкая. Кроме этого здания, кроме здания детской филармонии, наш ангел живет на всех афишах, на всех буклетах, книгах, которые издает детская филармония, на кружках, на календарях и еще много где. И об этом можете узнать в нашем музее, который работает в новом здании уже 7 лет.